большой баскетбол. К нам в гости приехал чемпион Испании Басконе. Ну а в гости нам сюда в студию паркета пришел выдающийся актер Александр Домогаров. Самое интересное, что я только что узнал от вас, что вы на баскетболе впервые. Вообще впервые. Вообще эта игра для меня существовала только в кинофильме «Движение вверх». Это вот «Бандитский Петербург». Вы вспоминаете этот период? Ну, это было, да, я помню, да, помню. Что вам приходит в голову? Ну, тогда было очень сложно. Тогда в Москве снимался «Марш Турецкого», в Питере «Бандитский Петербург». И параллельно прям вот две работы, которые сошлись. И ночевал я в поездах, просто в поездах. Одновременно снимались? Да, это одновременно, плюс театр, все это одно. Я ориентировался по гимну, который играл на вокзале, потому что через... 2 месяца мотания, ты просыпаешься, гимн «Москва», время от колка. А с платформы говорят, это город Ленинград. Да, да. Семен Антонов постоянно вот так вот играет роль в «Бандитского Петербурга». Как вам, взяли бы его на роль? Я взял, да. Они разминаются. Сейчас ребята уйдут примерно за 45 минут до начала игры. Тренер их трогает в это время? Да, он им даст такое напутственное слово. Режиссер так же делает? Прямо перед выходом на сцену, вот буквально два слова там, два слова, не больше. Я думаю, что погнали. Я просто никогда не был, думаю, что здесь идет какой-то ты это, ты тот, это, ну как по кино я сужу, я не знаю, как на самом деле. Ты это, ты тот, это, ты за тем смотри, ты за этим смотри. So we go to play this, to play in the half court. Bring it down, bring it down, bring it down. Let them go out and you go. У вас режиссер может по ходу игры делать подсказки вот такие в таком духе? Типа там, ну, знаете, Саша это что-нибудь... театральные байки есть. Великий режиссер Любимов, например, вот, который возглавлял «Таганку», он моргал фонариком. Естественно, говорить нельзя, ни руками, ни ногами знак подавать. Он моргал фонариком, артист. Да. Темпово, ритмически подвинуть, темп подвинуть, громче, тише. У нас могут быть только такие команды. Но не вслух, естественно, не вслух. Нам могут в антракте сделать замечание, что там... В раздевалке. Валим в гримерную. В новой эре 2000 года ЦСКА сегодня проводит 500-й матч в Евролиге. Вот это прямо, я считаю, нужно отметить. Причем отметить обязательно победой. Яков вам пишет, Домогарова в комментатора. А вы бы не хотели попробовать? Если бы я что-то понимал. Ну, подождите, вы можете передать настроение, вы можете передать. Могу эмоции. Передать, я могу рядом с вами постоять и комментировать, и говорить, что вот это классно, вот это здорово. Давай, давай, давай. Спасибо, спасибо огромное, дамы и господа, Александр Домогаров. Спортивный комментатор Алексей Андронов. Привет, Леш, как дела? Привет. Ну, добрый вечер, я надеюсь, что будут лучше дела через 2,5 часа где-то. Ты давний болельщик ЦСКА, да. Ты постоянно, как только есть возможности, на матчах, на всех финалах 4 мы с тобой встречаемся. Чувствуешь себя уже за все виды спорта болеешь, так подозреваю? Как раз они стали что-то слишком часто совпадать. Был день, когда, ну вот, это да, это мы с сыном на хоккее. Стало слишком часто совпадать, когда все 3 команды даже порой играют в один день. И поэтому все посетить сложно. Ты был в Басконе на победном финале 4. В Басконе... Ну, прям было круто. И команда классная, и победа была отменная. Для тебя чем особенно этот выезд был? Ну, во-первых, это выезд, которого мы очень долго ждали, потому что побывать в стране басков – это вообще замечательное приключение. Конечно, с гастрономической точки зрения. Я наверное, сегодня в первую говорил, очередь, да. Мауриньо любит испанское слово «кахонес». Вот с точки зрения этих яиц, которые надо показывать на площадке, ЦСКА провел образцовый финал 4. Конечно, в памяти останется, естественно, вечеринка с командой, потому что вот этот единственный, наверное, в самой Витории ночной клуб. Да. И ну, вот эта атмосфера единения. Вообще, надо сказать, что с точки зрения близости болельщика к команде, я думаю, что баскетбольный ЦСКА – это, конечно, самый такой плотный союз. Фотки покажем тебе наших игроков, а ты узнаешь, кто это. Я в них вечно путаюсь, но, по-моему, это Клайбер. Верно, это Уилл Клайбер, совершенно верно. Это Никита Курбанов, это мой любимый игрок ЦСКА, поэтому его я, естественно, узнаю. Я, кстати, не исключаю, что Никита вот примерно так будет выглядеть, играя свои последние сезоны за ЦСКА. То есть, по-моему, он играть способен еще очень долго. Да, он единственный игрок, который выходит в старте постоянно. Ну, это Шенгелия. Да, это Горец. А можешь ли ты прокомментировать разминку, так как никто другой, но с использованием слов, которые будут на экране? Короткий комментаторский вызов.
Я думаю, что Лионель Месси испугался бы такой разминки, потому что его, как мы знаем, часто называют карликом, и он бы здесь некоторых игроков был бы в два раза меньше. Здесь мы завершаем прегейм-шоу. Алексей Андронов, Евгений Седых, это ЦСКА Баскония прегейм-шоу. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на следующих играх Евролиги и не только. Пока. ЦСКА всегда будет первым.